так вот в призы попало. Итак, Баянка Костова на ваших экранах. Обладатель всех трех рекордов Европы. В рывке 109, в толчке 137 и в сумме 246 килограммов. Низами Пашаев. О-хо-хо-хо, ребята. Зал просто в шоке, наверное. Как, в общем-то, и мы с вами, да. И, на тренировку приехала. Класс. Такое тренировочное упражнение. Рывок в полуподсед, да? Из... Ну, здесь... Издевается над своими соперницами, да. Баянка. Надо же отказываться, мне кажется. Не скрываю. Да, хорошо подготовлено. Конечно, Баянка Костова готова. Очень хорошо. Да, если так вот на чемпионате... Немного подержав секундомер на более меньшем весе, перезаявил, дабы отыграть какое-то дополнительное время для восстановления. И... Ну, секунд 10, да, вполне можно выиграть. И 105. Чуть-чуть пониже, чем предыдущий побед. Да. Знаете, немножко вот ввел вас в заблуждение, какое-то расхождение по рекордам на сайте Европейской Федерации и мировой. Рекорд мира в рывке у Баянки Костовой 112 килограммов, а почему-то рекорд Европы стоит 109, хотя, в общем-то, он должен принадлежать и ей, да. То есть у Баянки Костовой 112 – это лучший рывок. Статистику, чемпионат мира, где Костова была первой. 140. Чемпионат Европы прошлого года 137. Да. Очень легко. Очень легко и без наколенничков даже. Ну, сколько пойдет Ирина Лепса вообще для того, чтобы обойти Баянку Кост? Ну, лично для меня самая большая интрига, насколько пойдет в третьей попытке Баянка. Ну да, шаг этот в 10 килограммов. Это единственное, что меня интересует сегодня, на этот момент. И уже наблюдаются какие-то небольшие усилия при фиксации. Ну, 130 килограммов. Вес такой очень даже серьезный. Улыбаясь на пару вместе с Низами Пашаевым. Ну, Алексей, твой прогноз. Будет выходить? Нет? Я думаю, нет. Нет, ну, возможно, будет выходить на 135. Так. А я риск на 140 тогда.